и подбор сюда преподавателей имели, да, по конкурсу, имели в виду, что здесь будут отрабатываться самые лучшие, передовые, мировые, причем не наши, а мировые технологии обучения, и они будут транслироваться потом на территории наших районов, да, муниципальное образование, чтобы у нас не может быть такого центра в каждом поселке, но у нас система образования должна быть точно в крае везде одинаковая, на высоком уровне. И вот то, что сегодня показали девушки, вот сидели там, когда они могут зайти в библиотеку Рушинского и взять его книжку и читать, вот, по крайней мере, это должно быть в каждой школе. И это у нас сегодня происходит. И мы видим, что сегодня школа подтягивается вот к этому уровню. И надо сделать так, чтобы уровень был везде высокий. Уровень образования везде высокий. Вот. Мы будем стремиться, чтобы у нас сегодня и уйти от вторых смен. Мы сегодня работаем в программе. Мы справимся с задачей вовремя. Но вот от того, как будет поставлено образование именно удаленных, в наших уголках у нас край очень протяженный, да, почти 2000 километров. И в поселке Аим, и в поселке Арка, и в поселке Нелькан, это дальние северные называют, должна быть система образования высокая. Это я вас прошу за этим следить, и эти параметры, о которых мы говорили, чтобы они были везде у нас на уровне, соблюдались вот так, как это сделается в этом нашем уникальном центре образования. Спасибо.